Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Математика. 6 класс» автора Мерзляк, Полунский и Кир под номером 862. И запишем числа, удаленные на 7 единиц от данных чисел. Я сделала это видео такой вот таблицы. Само число, которое нам дано по условию, по цифре 1 – 80, по цифре 2 – 4, по цифре 3 – 0, по цифре 4 – минус 3 – по цифре 5 минус 12 и по цифре 6 минус 7. И будем записывать с вами числа, удаленные на 7 единиц правее и левее данных чисел. Итак, число 80. Число, которое расположено левее на 7 единиц, это число 73. Число, расположенное правее на 7 единиц от 80, это 87. Здесь все просто. Теперь число 4. Правее числа 4 на 7 единиц расположено число 11. Мы от числа 4 вправо откладываем 7 единичных отрезков и получаем число 11. А теперь влево откладываем 7 единичных отрезков. Отложили 4, попали в начало отсчета. И еще 3 единичных отрезка левее начала отсчета. Это будет минус 3. Правее от начала отсчета на 7 единиц расположено число 7, а левее – минус 7. Левее от минус 3 на 7 единичных отрезков двигаемся, это будет минус 10. А правее 3 единичных отрезка направо попадаем в начало отсчета и еще 4 единичных отрезка, то есть 4. Минус 12. Левее от 12 на 7 единичных отрезков будет расположено число минус 19. А правее двигаемся. Это будет минус 5. Левее от минус 7 будет число минус 14. А правее это само начало отсчета. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы из предложения или замечания, оставляйте их в комментариях к этому видео.